тоже делал? В смысле, я? Ну ты же говоришь, мы в спячке были. Всем привет. Я что-то вспомнил про спячку просто. Для меня это такой шок был. Кстати, про вот эти уши. Я их когда покупала, я такая думала, блин, я такая оригинальная буду, ни у кого таких ушей нет. Сегодня зашла на Twitch, каждая вторая стримерша сидит. Ну, не в таких, но типа в других ушах. Это как этот... Я почувствовала себя так глупо, как, наверное, давно себя не чувствовала в жизни. Вот правда. Не знаю, у меня такое разочарование было, я такая, ну, но ведь я такая оригинальная. Оказывается, нет. Мы такие бледные, как этот... Нормальные. Эти самые. Гостлак, Думо, Твич, Диджей Некрон, Доктор Хакс, Блэйд Сева, спасибо за сабы, за ресабы. Вы все большие молодцы. Вы знаете, что делать, и делаете это правильно. Зондис, Бунтарка, Токсик, Макс, Элечка, вам спасибо тоже. Просто я вас сначала не увидел. И Свит Потейто, и какой-то китайский странный ник, который я прочитать не могу, тоже спасибо. Короче, спасибо вам, что подписались. Спрашивают нас, доели ли мы оливье. Мы не готовили в этом году оливье. Плохой я в этом, Новый год. В этом новом году готовила новые блюда всякие, новые салатики. Но мы уже все доели. Вообще все. Ага. Поэтому у нас ничего нет, и мы на сегодня заказали себе пиццу, она через час приедет. Угу. Пока что будем из граненых стаканов водку пить. У меня нету. У меня от шампанского упала крышка. Ну, квартира тут... алкоголик. Ну, в общем... Big Black Wolf, спасибо за ресаб. Офелия и диджей 007, спасибо за сабы, за ресабы. Вы все красавчики. Спасибо. Пол Силвер, аноним. Как у меня чистый нос, господи. Тебя никто не видит? Конечно, никто не видит. Я сижу. Короче, Даша понапридумывала нового, поготовила. Это был вкусный Новый год. Да, достаточно вкусный. Достаточно. Я почесала нос. Тот самый эльф. Спасибо вам всем за подписки, но вы понимаете, да, что когда мы начнем играть в хорроры, мы не будем обращать на вас внимания, вот так вот. Вообще. Тьфу на вас. И будем смотреть на вас, в общем, как будто вас нет. Потому что атмосфера там, все дела, ну, вы понимаете, поэтому... О, да, наша вот. Атмосфера в хоррорах, это, конечно, да. В общем, а ты смотрите. Стрим переименовал? Да, я... Как у нас стрим называется? Чат, скажи. Я не знаю. Водку пьешь как воду. Да. Ну, легко на самом деле. Как там твое будущее? Нормально. Это я к Джеку Шепарду на стрим заходил. У него там восклицательный знак «будущее», и бот твое будущее предсказывает. Я вчера весь день пытался это сделать. Он меня, короче, нагревал, этот бот. Я бесился. Там потом один, короче, парень, ну, там, типа, оно один раз полчаса работает, а потом все ждут, и кто первый успеет будущее. И один козел, короче, взял и передо мной это будущее схватил, я его забанил. У меня на канале Джека Шепарда есть модераторские права. Ты его забанил? Да. Серьезно? Ну, ладно, не я его забанил, а модератор забанил. Ну, я тоже модератор, так что почти. Не давайте никогда Артуру модераторские права. А сегодня пришел, короче, к Джеку на стрим. И музыку-то этот... слышно, чат напиши. Да. Мне кажется, у Артура тут все так странно работает просто. Все правильно работает. Угу. Короче, пришел, и бот мне сказал мое будущее. Да, и что? Он сказал, что в ближайшем будущем я найду хорошую любимую работу, а потом меня с нее с позором уволят. И, типа, и все. Ну, хорошая перспектива, че. Такая вот. Музычку громче. У нас смотрите, как в чем прикол опять. Потому будет. Что орать буду я. Ужасно все сделано здесь. Если не нравится, не приходите вы больше. Вы же видели, как у него звук вообще настроен? Это просто как... Я сижу и просто в ужасе. Не знаю, у меня на стриме все прекрасно работает. Приходите ко мне на стрим. Это вот это вот. Может, посижу? Чё? Французский не знаем, да? А, ты знаешь, да? Конечно. Зато я знаю немецкий, у меня в Overwatch'е. Я уже наслушалась немецкого. Артур некий, спасибо за донат. Валера Шепард, Олегин, Кирпичики, Блэйд Сева, Думо Твич, спасибо вам за донаты. Пол Силвер, Аноним. Короче, я всех по два раза уже назвал. Вот. Что еще хочу сказать? Мы играть-то будем? Нет, нет, не мы будем. Сидим? Сейчас еще минут пять посидим, с народом пообщаемся. Люди там придут. Вот это вот люди же такие, типа, они под конец стрима такие, приходят такие вот это вот... И этот, Кирилл типа... засыпал. Кирилл. Чё? Сейчас. Я про... Кирилл, я не забыл, это Артур забыл. В смысле, камера отстает.
Так, смотри. Раз. А, не попал. Раз. Да блин. Во. Раз. Все. Три. Кирилл модер снова. Так идеально же, по-моему. Вот этот вот человек хочет, был модером, хочет, не был модером. Как будто у него какие-то привилегии есть, да, вообще? Угу. Кто такой Кирилл Редин? Что за человек? Вообще какой-то чувак. Говорит, убери модерку, дай модерку. Дашка такая клевая с ушками. Дай. Няшка. Не называйте меня няшкой. Няшка. Я ненавижу это слово. Это Тян, няшка. Тян. Такая вайфу. Это отвратительно, я не знаю. Это просто... Скажите, девушка... Там, милая, нормально как-нибудь. Это милая Тян. Тян. Милая Тян. Это как воллеры. Воллеры, да. Тян. Акумеджи, спасибо за риса в третий раз. Ты поступил в клуб трехмесячников, когда мы будем с тобой наедине. Я тебе расскажу, что это такое. А пока что постирай трусы. Да я не покрасилась. Почему на каждом стриме мне пишут, ребята? Лиа... Я уже 4 месяца не ходила к парикмахеру. Меченый змей. Большой мишка. Не ходила я. Рими. У нее все занято. Рейн Макалпин. Спасибо вам за саб-ресаб. Да. Спасибо. Няшная такая. У меня новое кресло. Да, это подарок мой Артуру на Помните, Новый год. Помните, я изнылся весь, что у меня спина болит. Мне кресло купили. Я теперь на нем сижу. Я вчера весь день на нем... его не видно. Откинь. Монтировал гейскую горбатую горку. Не видно его. Все равно его не видно. А кто тебе на вашу-то камеру утащил? Я пытаюсь посветить. О, нормальное освещение. Нет, вот это вот Даша любит полумрак. Не, ну в смысле, я люблю, когда... Ну, нет, у тебя все равно темно. У меня идеально, а у тебя темно. Я могу включить, чтобы было светло. У меня всегда на стримах круто. Я могу включить, чтобы светло, но ты же будешь вот это... Нет, я... У него софтбокс вот этот, знаете, вот этот вампир вот этот. О, мэно! Ну, он реально жжет прям вот... Я вот слепну от этого яркого света и очень быстро устаю. А когда такой полумрак, мне кажется, такой уютненький. У меня, короче, кресло, как у Кена Блока такое, вот это вот, как у него в машине, а у меня около моей рабочей машины. И типа, вот мне нравится, да. Я Даша, что за Тян такая рядом с тобой? Да не знаю, вот Слушай, я могу вот эту вот штуку такую на себя повесить. Фокус падает у камеры, нормально все, фокус работает. Все хорошо. Что ты сделал? Я Тян. Тян? Не, подожди, дай я тебе налеплю. Не ну зачем? Ну не надо мне лепить. Подожди, стой. Сейчас. А я няшка. Подожди. Читер КМС, Тина Чарльз, Оливия Картер, Иван Назаров. Спасибо вам за донаты. Стой. ННВТФ. Год с нами уже. И спасибо. Слушай, я не буду снимать, мне нравится. Серьезно? Не трогай! Ну подожди! Ну тихо, я хочу ровно сделать. Да ты не сделаешь ровно. Теперь он, слушай, сквозь черепную коробку пробивать не стоило на самом деле. Как-то, Даша, сделай сердечко. Нет, ты не проси меня. Я никак не стыдно. Сделай сердечко. Мы сегодня просто сидели, короче, смотрели других стримеров там на Твиче, и они все умеют делать сердечки. И, короче, я не умею. У меня получается какая-то картошка. Картохван. Я не понимаю, как это работает вообще. Нет, ну у меня получается вот так вот. Но мне на это нужно некоторое время. А они так, короче, им там донатят, они такие там... Ня-ня, там, короче, что-то тополя говорят такие спасибо. В общем, я не умею этого делать. Сейчас прям в череп. Сейчас. Сложно, я сложно. Могу! Это лодинг идет. Получилось. У меня не картошка получилась. Так покажи на камеру. Оно развалится. Мое сердечко разваливается. Сложно. Вот. Получилось. Работает! Это сегодня Алекс тоже сердечко делал. Это я ему рассказала, он поржал с меня. Даже у Алекса получилось сделать сердечко. Нован, Чубака, Денис Камчатки, Антоксик. Спасибо Картошка за донат. Картошка любви пишет, конечно. Что еще сказать? На самом деле, в принципе, можно начинать. Я думаю, паролись на отличненько. Белорусское сердечко пишет. Так как я никогда не играл в игру Shadows, но при этом она вышла где-то, наверное, уже с месяцев 7 назад. Я не могу смотреть на эту снежинку. Вот, 7 месяцев назад примерно вышла, и что-то как-то у меня руки до нее не дошли, потому что когда она вышла, я, по-моему, не помню. Мне не хотелось ни в что такое играть, в общем. А потом уже как-то и перехотелось.
Вот. А, кстати, у нас сегодня будет... Можно говорить? Так, стрим. Можно? Меня слышно, да? Бухла стрим, что ли? Ну, не бухла стрим. Ты водку пьешь граненными стаканами, господи. Нет, мы просто из пиццы заказали себе газировку и будем пить газировку. А я принцесска. Играть с Вебкой будет. Господи, что она так? Вот эти вот щелчки просто бесят. Да, у нас тут отходит все. Надо на Алиэкспрессе новый заказать, наверное. Этот раздвоитель, или как он называется? Помнишь, как мы ходили? Романтик, мне тоже Артур больше нравится. Помнишь, как мы ходили с тобой по магазинам и объясняли, нам нужен, говорим, раздвоитель, разветвитель, да, или как мы говорили? Ну, нас вообще смотрели, типа, как на идиотов. Провод в компьютер, в этот провод-разветвитель, в этот разветвитель две пары наушников. Да. И они такие... Такого не бывает. Такого не бывает, да. В одном месте нашли, они там сами в обморок чуть не упали, когда мы им показали это на кассе. Дебилы. А потом заглянули на Алиэкспресс, там, вот это, у нас все такое есть, миллиарды штук. Хорошо, поехали. Давай уже играть. Короче, Shadows, игра, которая... Ребят, чат очень далеко, я поэтому его не вижу. А что это у тебя тут? Это каким-то образом превью открыто. И, вот. Может быть, ты тогда уберешь? Что? Это что? А оно будет проигрываться во время стрима? Я его выключаю, Даша. Нет, ты сюда. А, ты так делаешь? Я выключил его. Он все неправильно делает. Он, конечно, неправильно все делает. Shadows такая игра, ее оказывается даже в этом. Ты меня перебила, забыла, что говорила. Неважно, неважно. Чат отстает сильно. Мы знаем вообще, потому что у Артура не работает чат. Очинить ему лень. Приходите поэтому ко мне. Я говорю, у меня все работает. Так вот. И, короче, он сейчас, вот у него на втором экране чатик идет, и он транслирует вам то, как у него чат идет на этом экране. То есть, ну, понимаете, да? Криво все. Вот это вот, знаешь, вот этот вот момент, когда... А у меня стоп-кадр был вот такой, да, там идиотский какой-нибудь, когда ты переключал сцену. Когда, короче, человека всему обучаешь, вот это вот, типа, ты был мне как Энакин, а он потом говорит, что, типа, у него лучше, чем у тебя. Потому что я развиваюсь, понимаешь, я учусь чему-то новому. А ты вот эту настройку себе поставил? Да, так и есть. Ты что, поставил себе? Давай, играй. Ой, оно работает, и ладно. А я не так. В смысле, оно работает и хорошо работает. Что, оно не работает, что ли? Чат, ну, кто недоволен? У тебя чата сейчас нету на экране. У меня чата на экране нет, потому что он ненужный, он лишний. В смысле? Он лишний. Ты стримишь без чата? Я всегда стримлю без чата, потому что чат на экране — это дичь. А как тебя люди смотрят на телевизор, ну, по ТВ, допустим, там? Потому что они меня смотрят, а не чат. Я не понимаю, как можно вообще стримить без чата? Я смотрю, допустим, стримы часто на телеке, и мне нужно, чтобы там чатик где-нибудь был. Потому что чат — это часть стрима, и мне нужно видеть реакцию. Часть команды, часть корабля. Часть команды, часть корабля. Ай, ладно, запейте. Что происходит? Что делать надо? Я, кстати, давно хотел сделать камерку побольше, но мне лень сейчас это делать. А чё мы такие, да, маленькие вообще? О, вебку больше, вебку меньше. Нравится или бан? Чё-то мелко камера, я тоже говорю, давайте. В смысле, давайте. Давай, делай побольше. Нет. Давай рычи. Ты плохо просишь. Ну, пожалуйста, сделай камеру побольше. Ну, пожалуйста. Люди просят тебя. Чё ты? Ты как это, как Глустян. Ну, чё тебе этот? Жалко, что ли? Вот так. Не-не-не-не-не-не. Не, это много. Да подожди. Вот, ну вот, и повыше ее. Я выгляжу как идиот. Ты выглядишь симпатично. Кому ты врёшь-то? Сейчас мы будем миллиметражи делать. По-моему, у тебя идеальная вообще рамочка. Нету рамочки. Ну, конечно. Кто тебе рамочку сделал? Я тебе не скажу. Этот человек работает на меня. Все? Да. Окей. По-моему, шикарно. По-моему, тоже шикарно. Я не знаю. Я считаю, что... Я тоже считаю, что прекрасно. Особенно твоя снежинка. Что делать? Где играю? А что, она на геймпаде не работает? Она не работает на геймпаде? Что за... Ой, кошмар какой. Так, если что, чат, у меня игра орёт, и тут любой вот скрип там половится где-нибудь в километре, и я дурею все. У меня, да. И что, сейчас все это происходит? Да. А у меня нет. Тут музыка играет. Да, поменяемся? Нет. Почему? Я уже сделала покруче. Теперь есть звук? Да. Точно? Да. А ты в микшере прибавь. Не надо. А, в микшере? Так у тебя микшер сломан. Так прибавь, господи. Ну он же сломан. Открыть микшер громкости. Ну так сейчас и ребятам тоже. Вот. Вот это же оно. У тебя проблема, у тебя привязано почему-то. Как оно странно все это работает, ужасно вообще. Такого нет. Все, окей. Continue или play?
Play. Я не знаю, про что эта игра, я только знаю, что она страшная. А ты будешь мне переводить? Да. В смысле страшно? Ты сказал, Лодин, что ты выберешь загрузка. Не страшные игры. Ты мне обещал сегодня. 12 утра. Не, дня. Офис. Камера 1, камера 2. О, это Five Nights at Freddy, это долбанный. Я не люблю Five Nights at Freddy. Фу! Вы поняли. Камера 1, камера 2. Нет связи с камерой 1. Я не помещаюсь. А кто тебе виноват? Вот эти вот твои диеты. Камера... Было обидно, я похудела на 12 килограмм. Вообще-то. Я старалась. Контину, да, перевод. Ну чё? Так, ай, открыть инвентарь. Вы можете включать, выключать предметы. Так, фонарик. Фонарик, ЛМБ, левая интерап. Кнопка мыши взаимодействовать. Он персональная записка. I was about... Я шел домой, когда это произошло. Все камеры... А, я уже типа собирался пойти домой, когда это произошло. Все камеры внезапно вырубились без какой-либо причины. Я увидел какую-то странную хрень на экране. Я просто не знаю, что сказать. Нужно типа получить обратно свои вещи и проверить офис. Мне очень страшно. Ты охранник. Ты так круто переводишь, я даже заслушалась. Я просто в восторге. Чувак задонатил. У него ник... А фонарь не работает. Гладкий. Да, хорошо. Хорошо. Не работает фонарь. Спасибо за донат. Нету фонаря. Так может тебе его подобрать надо? Где? А что правая кнопка делает? Интеракт, что это такое? Взаимодействовать. Это левая кнопка. Ого, а что меня так носит? Потому что ты пьяный, ты же охранник. А что? А попробуй геймпад, может работает? Короче, знаете, как работает? Я останавливаюсь, а он делает еще шаг вперед. Геймпад! А ты можешь фонарик включать, выключать? Просто такие игры, они по умолчанию поддерживают вот этот навсегда криво. Ладно, убирай все, убирай, да. Страда. Он ходит. Может, потише сделать звук доната? Нет, нет, все нормально. Ник Тирелл, большое спасибо за большой донат. Абаддон гладкий. Спонсор этого дня Никита. Спасибо вам всем. Все, выключи звуки донатов, как в прошлый раз. Ну, альтабнись тогда. Вот это она просто от... Потому что это отвлекает от игры, я считаю. Оттягивает неизбежное. Вообще она права. Я обычно стараюсь... Ну, не страшно, мы такие идем, тут монстр за нами гонится, этот черное серебро, бро. И ты такой понимаешь, что тебе больше смешно. Ну, смотри, я вот прямо сейчас могу отключить звук доната. А вот звуки сабов и ресабов — это долгая история, поэтому я не буду сейчас это делать. Все, хватит подписываться. Потому что все настроено отстань. Через одно место. Аркан Ди, спасибо за подписку. Сниму резинку. Привет жене. Короче, как я остановил... Господи, боже, свой тень испугал. Так, я охранник где? Ой, я могу спать. Ай, Хелен. Давненько я не спала. Ну, так поспи. Нет. Ой, она зависла. У него так этот... А что зависает? Ну, типа ты нажимаешь еще раз кнопку. Может, он залипает, типа он, короче, нет, такой... смотри, левой кнопкой я нажимаю действие, правой отменяю. Вот это управление, я считаю, вообще. А что там темно как-то? Я не хочу. А что, закрыть дверь? У тебя фонарик есть, господи. Как-то аскетично. Подожди, а что там написано? Не-не-не. Что это? Это... Я очень пошла. Это не... Это очень грязное зеркало, чтобы я, типа, что-то увидел, да? Да, может, это и к лучшему. Это самокритично. Ага. Хорошо, пойдем. Я на самом деле ничего не вижу. Я тоже ничего не вижу вообще. А ты где эту игру взял? Что это за ящики? Мне давно просили, что это вообще за комната такая? Я что-то не хотел, у меня руки не доходили. Хоть на стримах посмотрим, потому что иначе я бы не посмотрел. Что-то вообще, что за планировка вообще? Господи, да он охранник. Да и чё? Он находится в служебном помещении. Какой-то конченый фонарик, если честно. Фонарики так не светят, вот так вот прям. Ага. То есть тут полностью чернота, они не работают так, фонарики. Я знаю, у меня есть фонарик. Всем привет, это у меня головной убор. О-о-о! Здравствуйте. Ой, боже, я опять пошла, или это сиськи? Это же сиськи, а вот это вместо рта, это в смысле... Это как этот... Бобрик? Да?
оговорка по Фрейду, да? Нет, ну да. Как у него было крылатое выражение? А? Он говорил, все член. Все член. Ну это же сиськи. Нет. Сиськи и писька. Ой, простите меня. Как вообще не похоже, главное. Так, это вывалилось откуда-то, да? Что это такое? Ого, время идет, смотри. Ага. Что за дичь? Что-то явно не так. Мне уже страшно. Тут какая-то... Артур, мне реально страшно. Давай ты будешь играть. Давай ты будешь играть. Я не хочу. Давай ты играй. Это тоже зеркало? Телевизор висит, что ли? Да пойдем уже, господи. Ну куда я сыкаюсь? Давай в приоткрытые дверки не ходить. Такое ощущение, что что-то держит эту дверь с той стороны. А нихера не надо вот этого только, пожалуйста. В смысле что-то держит? Что-то может держать. Артур, мне сыкотно. Что-то какой-то мужик стрёмный. Я не знаю, квартира тоже стрёмная. Это а не квартира, Даша, ты охранник. Охранник, это в офисном у меня кровать здании. Спальная, да, в офисном здании. Что за ящики? О боже, я сейчас повернусь и знаю, что там будет. Давай ты будешь. Я не играл в эту игру. Я с таким звуком, у меня тут малейший шажок реально грохочет в ушах. Я потише. Мне... Я вообще Даша, то, что ты там убавляешь звук, он у меня не убавляется. Я понимаю. У меня в 3 раза громче, чем я у тебя. Я сделала себе тише. Сзади меня что-то стоит. Мужик, стой! Я не думаю, что я хочу туда идти. В смысле? А я что ли хочу, идиот долбан? Я пойду задом. Он в ВДВ, короче, видел? Я в понажираются видео добавлял. ВДВ, нет, там китаец бутылки разбивает об голову. А он такой ящик такой. Кдыш! О, подожди. Снежинка. Я буду идти задом. Мне тогда ничего не напугает. А где звук? У тебя тоже тихо? Я шаги слышу. Ну, было какое-то гудение же. Подожди, а почему? Что? Что? Цветок? Я цветок упал. Он лежал уже. Господи, ты что пугаешь меня, блин? Блин, тупые. Игру не слышно. В смысле? Да слышно всю игру. Это игра, потому что тишина в ней. Мы не слышим игру. Так. Я боюсь, если сейчас кто-то выскочит, вот эти скримеры, я их не понимаю. Телефон. Это в игре. Нет, вот тут. Так, я пока громкость прибавлю. Ау. Я громкость игры прибавил пока. Да. А ты поднимешься? Да? А, ну ладно, тогда я спускаюсь, давай. Я прибавил игру. А давай я спущусь. Короче, там ситуация такая, да, ты, наверное, давай... Там посылки ваши привезли, да, короче. Да, посылки привезли, и там их очень много. Илья сказал, что даже если он со мной это будет делать, то ему надо будет 3 ходки сделать. Хорошо. Так, я, короче, сейчас покажу всем свои стринги, а ты пока играй. Стринги? Ты снежинка. Да нормально, потом закрепим. А я ключи в шкафу. И дверь закрывай. А что, дверь? Я не буду играть без тебя, я буду сидеть и с чатиком общаться. Это не профессионально. Заставь ее играть. Я не буду играть сама. Я что, суицидник, что ли? Даша, играй. Ира, за что? Ира. За что? Звук есть? Не, ну я могу. Ладно, давайте, погнали. Сейчас я обосрусь. Это, короче, мы такие идем. Тут какие-то странные картины в офисе висят, вы знаете? Что такое вообще? Что это? Ха-ха-ха! Ну мне же страшно! Вы чё? Какой-то странный офис. Чё это такое? Я взяла что-то, я не знаю, что это такое. Какие-то батарейки, что это? Не, все вообще, в принципе, нормально, только то, что у нас часы как-то странно работают. Опять эта картина. О, ноутбук. А я ж ничего не пойму, что тут написано будет. Так,
Типа, короче, ничего тут не работает, говорит. По-моему. Не, все окей. Но здесь записка, я боюсь ее брать, если честно. Давайте я сейчас вам попробую перевести. Так, я не знаю, типа, что это может значить, наверное. Типа, не знаю, короче, у меня очень плохой английский язык, и зря я это затеяла все. Он, типа, пишет про то, что ему скучно, я помню, что... У меня проблема, я воспринимаю английский язык на слух прекрасно, а вот как вот читать, я ужасно, ужасно читаю, ужасно перевожу. Чат переведет, давайте, чатик, переводите мне. Даша, у тебя сзади кто-то стоит, обернись. Не надо мне врать, пожалуйста, сзади меня никого нет. Я не верила вообще-то. Ну, чат не переводит, я поэтому сама буду переводить. Короче, типа, он что-то не помнит, где выход и все такое. Это не в этом коридоре. Нужно идти, типа, куда-то там направо, что ли, или повернуть направо. Возможно, теперь я смогу или захочу забыть это. Все в порядке, время возвращаться к работе. Типа того. Короче, какая-то дичь. Я считаю, что это не важно. Я случайно выключила фонарик. Короче, надо идти направо, я так поняла. Тут было так темно или нет? По-моему, не было здесь так темно. Артур! Я не знаю, для чего я это пишу. Мне нравится писать что-либо, когда мне скучно. Я помню свое первое пребывание в нем, но не помню, где выход. Вот теперь сзади меня действительно кто-то есть. Он не в этом коридоре. Иди во второй, поворачивай направо. Может, теперь не забуду. Ладно, короче, все в порядке. Я пошел работать. Это, знаете, это напоминает мне про ходьбу. Что-то. Ходьба. Я так понимаю, что мне нужно идти сюда. В смысле, я могла с самого начала это сделать? Блин, Артур, ты все принес? Было не смешно. Артура съели, ты следующая. Ну, тот мужик пошел туда. Тут вообще очень какие-то коридоры стрёмные, я не знаю. Может, пойдем за мужиком? Меня эта картина успокаивает почему-то, я не знаю. А, нет, типа, мощности не работает. Боже, почему так темно? Фонарик так не светит. Посмотрите, это же реально стрём. Я буду светить себе под ноги. Все окей, мне не страшно. Почему выключился свет? Артур! В смысле? Как я здесь оказалась? Чего произошло? Я умерла? Опять эта картина. Смотрите, здесь висит какая-то баба. Как это произошло? В смысле?
Нет, я не смогу. Артур! Я очень большой трус, ребят. Я поэтому не играю. Такие игры. Здесь же не надо ни от кого бегать. Вот здесь тупик. Какого черта, говорит персонаж? Сзади какая-то дверь. Короче, Артур, тут какое-то дерьмо происходит. Я не могу в это играть. Мне очень страшно. Ты Илью проводил? Да. Чё? Они нам подарки задарили и вот такую бутылку вина. Ой, банку. Банку вина? Угу. Откатывайся, чё. Здесь целая елка стоит из украшений. 5 посылок пришло ваше. Обалдеть. Спасибо Илюхе. А что происходит? Короче, ситуация в том, что я нашла записку, типа, там мужик какой-то говорил, я не знаю, говорит, я пишу всякие штуки, когда мне скучно, все дела, выход не в этом коридоре, нужно идти направо, что-то такое. Я вернулась назад, где коробки, повернула направо, увидела картину, его заштырило мужика. Ты слышишь меня? Ты точно меня слышишь? Короче, в итоге я повернула в другую сторону, и меня вернуло обратно в коридор. Я пошла дальше, и теперь у меня с обоих сторон тупик, и я не знаю, что... Господи, я испугалась. В общем, смотри, здесь это тупик. Не трусы, я в них на улицу выходил. Успокойся, все в порядке. It's fine. А еще кто-то стонал только что. Это твоя тень была? А что так темно-то? Вообще, ты видишь, да, фонарик как работает? Мне сыкотно так не могу. Это наши батарейки? О, господи, боже, своей рукой, своей рукой. Пойди, этот вина нам налей. Ну, в смысле, колы. Что ты плачешь? Что ты плачешь? Я не плачу. Я не буду играть. В смысле не будешь? Я испугалась, я не плачу. Я отошел, я как-то сбился с волны. Хорошо, давай. Что это было? Что за херь вообще? А куда я не люблю такие приколы. Я не плачу. Меня лбом только что об стену херак. Да, ты заметил управление такое? Нет, что это? Это была необычная свечка. Дурак ты, блин. В смысле, дурак? Я сказал, что это необычная свечка. У тебя записка появилась. Фу, господи. Я испугался крика больше, чем угру, я тоже. Я уже даже не знаю, происходит это в моей голове. Нет, я не настолько безумен. Так не может быть на самом деле. Нужно уходить. О, я спал. Мы опять в кровати. Кто же спит с открытой дверью? О, смотри, тут дальний свет есть. В смысле? На кнопку Е. Сразу нашел. Да? Ага. Дальний свет. Прикинь, зеркало, это насколько, короче, черный надо быть страшным, чтобы зеркало не мыть. Я постоянно в зеркало люблю смотреться. Давай, иди. Че, я дурак, что ли? Я туда тебе не... Тебе же так неудобно. Иди, играй, как тебе вот комфортно. Я действительно... не буду больше брать управление. Будешь. Чатик, просим. Нет. Я действительно испуган. Давай надеяться, что это просто маленькая неполадочка. Ты колу, что ли, пьешь? Фу, кто пьет колу? Видите, там лежит. Ну, это коробка та, которая упала в прошлый раз. А, то есть здесь повторяются... повторяются помещения. Куница, да? Спасибо большое. Всем вообще спасибо большое за донаты, ребят. Кашкадавр, спасибо, да. На самом деле ничего страшного пока что.
О, понятно. Вот туда я пошла, и меня перекинуло обратно в эту комнату. Там лифт без мощности, не работает. Типа, пошли сюда опять. Вот, типа, я такая зашла, у меня погас свет, и я оказалась обратно в той комнате. Ясно. Налево, лево, да лево. Да подожди ты. Лево! А, тут лифт. А. В смысле? А туда ты не ходи. Да ну нахер. Ой, господи боже, я испугалась, я не знаю что. Ты не ходил в другую сторону же. А, мне не надо. Этаж 9. Ну, если ты мне вина не несешь, принеси водки тогда. Какой водки? У нас нет водки. Ну, пойди принеси что-нибудь. Ну, ты жена, ты должна. Мы же все-таки в этом, в Башкортостане живем, в Мусульманской республике, ты должна вот это вот. Так, господин. Ой, господин. На самом деле, это не так у нас, да, здесь. Да, у нас не так. Не так все, да. Семь плетей, слишком высоко голос подняла. Что так? Этот, как его? Короче, что я хотел сказать-то? СЦП, СЦП, не, потом. СЦП там говорят очень много нового, но я вот уже вдоль поперек сходил потом как-нибудь. Пойдемте. А? Кто так вообще стоит? Кого? Ау. Это батарея или девочка стоит? Какая, где? Какая девочка? В простыне. Ты что, пугаешь? Девочка. А, просто... фонарик же есть, точно. У тебя батарейки, я теперь вообще больше брать не буду батарейки. Зачем ты взял? В прошлый раз какая-то фигня чуть тебя не убила. Закрыто, по-моему. Знаешь, вот это вот в хоррорах самое классное, вот это вот то, что шатает зрителю нервы, это вот так вот. А чё я ничего не слышу? Ты ничего не слышишь опять? Да. А сейчас? А вот всё слышу. Эй, я вроде как уехал отсюда, оно опять здесь. Только здесь все починено теперь. И время здесь 10 часов. Я оставил пульт от управления телевизором в моем офисе, на случай, если он тебе понадобится. Кто? Пожалуйста, закончи свою работу до полуночи. В смысле? От на кой хрен мне может пульт понадобиться? От телевизора. Ну. И на кой хрен его утаскивать в свой офис? И почему вообще телевизор стоит в коридоре? И почему вообще оно меня должно волновать? О, это нога? Блин, у меня не цепляется вместе с очками. Тентакли. Уши эти долбаные. Ну, прикольная игра пока что, могу сказать. Ну да, но только вот этот скример, он был вообще-то опасным. Я такой скриншот смотрел, думал, какая-то шняга, я просто таких игр миллион переиграл. А тут чуйка меня подвела. О, камера. А это офис? Кстати, чат меня пугал, типа, обернись, обернись. Я такая, ха-ха, нет никого, все равно проверил. О боже, нет. Опять эти ящики. Здесь вся проблема с ящиками, я так смотрю. Чё? Чё? Нет. Чё? Ничего же не слышно. Ключ, ключ, ключ! Как ты ходишь? Куда ты смотришь? Я смотрю вперед, оттуда сейчас какая-нибудь херь вылезет, а не из ключика. Все время смотрю на мигающую елочку за Артуром. Я могу ее выключить. Тут я была, тут была записочка. Вот такая, да. Да что ж у вас так на сиськах-то все поведено? Не, ну это как бы неплохо. Кровь! Ее не было в прошлый раз. Это я чихнул. Вот смотри. Сернул. Ладно, простите. Ты меня смешишь. Не надо, мне надо быть. Мне надо быть испуганной. Подожди, а там что-то лежит? Вот же. А. Господи, сердце. Это мясо по-французски. Ты че это? Все, играй. Я в смысле? Спасибо всем за донаты, за подписки. Вилс подписался 16 раз, господи. Вилс, спасибо. И что написано? Я практически уверен, что это человеческое сердце, и это отстой. Реально, ну, какой-то не очень умный. Я сейчас обернусь? Я не могу.
Я не могу. Нет. Нет никого? Я не люблю вот эти скримеры, когда вот просто выскакивает что-то. И чё? Ну сердце, и чё? Мы откуда вообще пришли? Ну и чё? Мы вот отсюда пришли. Подожди, тут по этажам же. И чё? Давай этаж я, этаж ты. Я хочу тебе помочь. Я говорю, давай я. Здесь дверь была, там. Нет. В смысле? Сергей Зинатулин из Хабаровска. Ты тут был? Да, я отсюда приехал, справа лифт. Вот эта дверь закрыта там, вдали. Вот это? Да. Ты уверен? Да. А чё, куда идти? Я думаю, мы в твоей комнате что-то упустили, наверное. На диване пишут что-то. Тени. Я пишу эту книгу для людей, которые хотят знать, какая паранормальная... о паранормальном явлении под названием тени. Для начала тени? Они на самом деле не тени. Они чрезвычайно черные гуманоидные фигуры, ходящие по определенным помещениям. Если вы встретились с ними, пожалуйста, продолжайте читать эту книгу. Это очень важно. Угу. Угу. Так, ну мы встретились. Можно мы продолжим читать эту книгу? А тут что? Подожди. Нам сказали, что мы пульт на диване пропустили. Ты что, ты что-то про пульт, да? Ты же должен был подсказывать мне. Ты же тут играл. А, пульт на диване. Пульт. И что теперь? Это что за херня? Это было? Может, это наши следы? Мы босиком ходим? Нет. Не молчи! Когда ты молчишь, все очень плохо. Я боюсь! Что там? О, так. Что там написано? Я не хочу близко. Да, блин, поближе. Какие-то аварийные действия. И чё? Мы прерываем эту программу. Это национальное чрезвычайное происшествие. Нахер это дерьмо. Нет, нет. Вообще теперь нет. Играй ты. Я не могу, мне страшно. Ну давай. Не, не надо. Включи фонарик. Эф. Включи! Чё ты включи? Чё происходит? Вообще без света, а вот что ли? На ощупь. А чё у него всё потухло-то? Куда идти-то? Я не знаю. Куда идти-то? Подожди, наверное, туда. Подожди. Я нашёл тебя. Мне кажется, нам в эту дверь. А по-прежнему не открылась. А чё, куда идти-то? Наверное, к лифту. Мы ползком, типа, двигаемся. Кто вообще придумал это? В лифт. Так я сюда ещё. Света ж нет. Как мы уедем? Так тупо. А, тут дверь была закрыта. Ну, а теперь открылась. Что? Открылась. Это она? Да. И что тут? Я думаю, тут свет. Свет, 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 свет есть. Это место. Я не могу здесь оставаться и работать больше, да? Угу. Странные вещи происходят все время, и я не могу сфокусироваться на своей работе. Я вижу, как двигаются объекты, тени, жуткие звуки... Жуткие звуки идут из ниоткуда. Извини, босс. Это, наверное, что-то с моим, типа, с моей головой, но я реально хочу уйти. Извини. Видите, у меня нормально с английским, когда он достаточно простой, а не когда там вот это вот сложное было. Это не работает. Фонарик по сюжету было очевидно, никакие R не помогут. R? А что за R? R, типа, батарейки сменить. Но смени батарейки. Оно же, да я попробовал, оно по сюжету выключилось в тот момент, да? Когда все выключилось. А F включи сейчас теперь. Работает? Нет? Ну ладно.
Я хочу спать. Там свет идет. Господи! Что за дерьмо? Я буду стоять у стены. Так хотя бы ничего не видно спереди. Пусти в кровать. Что это? Что это? Что это? Ванной голый манекен. Серьезно? Нет, только не манекен. Ни понятия не имею, что это здесь делает. Ты бил, господи. Я нажимаю R, не меняются батарейки. Они подожди, стоп, троют. Инвентарь. Ноль energy left. Ноль там написано. А нахера мы батарейки собирали? Я не знаю. Это мы R понажимали, короче. Нет, это потому что мы с дальним светом играли. Наверное, батарейки тут, ну типа... Да они фонарик... по сюжету вырубились. Нет, я думаю, нет. Я думаю, что ты нажала много раз R и все батарейки потратила. Нет. А ты видел, что это было? Что это было? Нет, не это. Я имею в виду, вот что нас напугало? Что это было? Зачем ему быть чему-то, чтобы нас напугать? Громко сделал, что так? И все, мы напуганы уже до срачки. Тихо. Подожди, о чем тут дело? Ключ. Ключ. Я не знаю, чего этот ключ может быть. Где моя пицца? Когда мне страшно, я хочу кушать. Подождите. Там Илья принес 3 пачки чипсов. Ага. Илья, ты не хочешь, чтобы я была стройной и красивой? Чё такое? Я ничего не слышу вообще, если что. Не, я тоже не слышу. Я думаю, куда идти. Я не хочу в темноте шар... Я думаю, надо идти в ту дверь, которая была закрыта. Потому что у нас теперь есть ключ. А какая дверь была закрыта, которая Даша? Которая вот там, где телевизор был. Там была закрыта дверь? Да. Тихо. Что? Вот именно что, ничего. Блин, я не помещаюсь тут. Мне кресло... Слушай, охеренная игра. А, все. Теперь я помню. Главное помнить, что это игра, Даша, а не как ты. В смысле? Ну, игра должна пугать же, наверное. Хоррор этот, нет? Сиськи дайте мне сил. Все, я могу идти дальше. Вот здесь дверь. Вот тут был. Вот это. Свет! Не расслабляйся. Ты что бежишь? Я говорила, выключи звук. Что это было? Ты слышал это? Кто-то смыл. Жаль, никакого эмбиента нет, как в азиатских хоррорах. А ты не слышишь эмбиент? Вы реально не слышите, что ли? Какой эмбиент? Ты чё? Звук на фоне такой. Вот сейчас. Ну, что-то есть. А вы не слышите чат? Я должен прибавить мне тогда? Мне нужно на максимум это делать, вообще-то. Чтобы я что-то услышала. Ну, делай на максимум. А то что, один я этот, что ли? Я не хочу на максимум, оно громко. Тихо очень. Нет звука, тихо нет. В смысле, вы что, издеваетесь? Тут есть звук, пишут. Вот сейчас. Вот это лол. Вот сейчас скажите. А знаете почему? Потому что у Артура все неправильно настроено просто. У меня-то все всегда настроено хорошо. Я... Так, там надо лифт. Лифт, да. Я тоже считаю, что надо к лифту. Зачем ты сюда идешь, если надо идти к лифту? Что это было? Я не понял. Включай свет. Р. Только дальний свет выключи. Выключи дальний свет. Вот так вот, да. На, играй. Нет, там ломик. Там ломик лежит. Очень громко, я считаю. За дверью стоит мужик. Я пошутил. Надо еще прибавить звук.
Да? Да, в итоге, кроме меня, никто не слышит. Ну вот. Реально, никто не слышит, тут нагоняют жути, а никто не... Все, давай. Но сейчас ничего не должны слышать, сейчас тишина. Что это такое? Что это? Это ужасно! Это как Крис. Типа, лежит там какая-нибудь корова убита, он такой, наверное, она умерла неестественным путем. Сейчас вылезет какое-то дерьмо из туалета. Зачем тебе нужно открывать эти двери? Я не знаю. Меня бесит, что они закрыты. Что это дальше дверь открывать? Там след на полу, если кто не видит. Там два следа на полу. Ну ты заметил, я сразу правильно пошел. Вот это я понимаю. Дело сделано, да. Надо. Может, ты будешь... А зачем мне инвентаре? Как бить им? Как использовать? А? Я хочу Кто? Бить этого мужика, который за нами гонится. Этот лом тебе нужен, чтобы перекусить его. И все. Мне страшно. Фонарь пипец, конечно. В смысле, я поближе сажусь к тебе. Куда? Я не могу, мне очень сыкотно. Какая-то стрёмная игра. Вот эта картина его повело в первый раз. Пожалуйста, зайди в лифт. Сиди. Это было просто. Восьмой этаж. Это что, надо до первого этажа вот это терпеть? Серьезно? Как, что за бред вообще? Это что за картина? Уйдем отсюда, пойдем. Мы играем за город. Еда. Еда. Сейчас я быстро приду. Если я сейчас начну кричать, курьер. То курьер, наверное, попытается убежать. Поэтому давайте мы с вами пока поиграем. Алена лучшая в мире, пишет. Кто? Кто такая Алена? Наверное, да? Слушай, игра какая-то. На всех этажах планировка, ладно, одинаковая. Даша должна это увидеть. Хорошо. Что у меня на голове? Ничего. Ну, в смысле, а что там должно быть? Волосы, наушники. Руслан, спасибо. Спасибо всем подписавшимся, спасибо всем задонатившим. Простите, что мы вас не читаем. Мы это делаем только потому, что... Ну, чтобы атмосферу игры не нарушать. Чё так долго-то? Открою, закрою дверь. Нет. Чё, чат, пишите, как там Новый год встретили? Чё, как было? Хорошо у вас дела? А? Я по вам соскучился. Я еще 2 числа хотел стрим устроить, потом такой, то потом. И так вот до 5 дотянул. На самом деле я хотел Dark Souls устроить, но потом что-то передумал. Потом хотел Morrowind, тоже передумал. А потом думаю, блин, столько хорроров непройденных, до которых я точно не доберусь на YouTube. Давай их на Twitch поиграем. Вот, и сели. Где снежинка? В смысле? Это не снежинка. Пил салюты, пускал шампанское. Хорошо. Господи, чат так бежит. Когда возвращение Грогнака будет? Как будет настроение? Я блювал в Новый год. Блювал пишется через не ю, а через е. Так что все нормально. С бывшей собираюсь помириться, пожелаю удачи. Удачи, чтобы бывшая стала настоящей, чтобы она тебя такого дурака любила, чтобы все у вас было хорошо.
Мне, по-моему, пиво принесли там. Я сегодня хочу. Даша отошла. Бро. Спасибо, Мега Монастырь, за подписку. Ты уже с нами год. Ты молодец. Ты мне очень нравишься. Что? Я прям в ушах. Короче, ему открыла, он так заулыбался. И я так, ну, испугалась, быстро сняла. Он говорит, да что ты, оставь. Испугалась такая. Вот а, ну, вот. Я, в смысле, засмущалась, то, что я забыла снять. Он такой, да что ладно, такого-то, что? Господи. Оставьте. И тут ему, короче, прилетает. И он умер, да? Да. Ну, просто чат-то моих рук не видит, а человеку прилетело уже там. Нет, ты просто ментально убил его. Фокус? О, кстати, да, фокус же забыли сделать. Сейчас камера опять фокус теряет, наверное, почему? Постоянно. Потому что автофокус надо вырубить. Наоборот, сейчас он теперь вообще не без фокуса. Вот, вот по-человечески все. Сейчас пока что стоп-кадр. Чё? Чё ты несёшь? Наушники на голове? Что? Даша, где мой сидр? Пиво, господи. Сидор, тут твой. Где Сидор? Ну, где мой Сидор? Сейчас. Этот, я тебе показать хотел. Кого? Надень наушники. Я короче, не хочу. Короче, зашел я такой, думаю, планировка, говорю, одинаковая, пойдем в спальню. Вот, захожу в спальню, а тут ноги лежат. Это, наверное, того мужика, который это сообщение нам пишет. В смысле? Без ног такой? Нет, пишет. Ну, писал. Почему все двери полуоткрытые? Не знаю. Господи, я ног не чувствую. А, тебе налить, да? Сидра твоего. Я видел и худшее, но от этого меня действительно мутит. От чего? От стула? А, от ног. Ну, каждый день практически вижу. Ну, ладно. Сейчас снежинка свалится. Какая снежинка? Потому что она у него вечно... Дай. Дай, Даша, ты меня сдала. Тут реально уже появились люди, которые не понимали, что... А. Ну, я говорю, какая снежинка? Ага. А ты все испортила. Типа, опять их троллишь? Я работу такую проводил, а ты испортила это дело. Ой, вот это я вздрогнул, господи. Страшно, да. Смотри, сейчас ты подойдешь поближе, и, короче, произойдет какая-то дичь. Не, он такой, мам. Может, это... Я не буду оборачиваться, я что, дурак, что ли? В смысле? Я думаю, там кто-то стоит. Ну ладно, никто не стоит. И Тося пришла сразу. Скажи, а что это у вас тут такое вкусненьким запахло, да, Тося? Так, и что в итоге я в этой комнате? Что я сюда ходил? На ноги посмотреть? Ну, посмотрел, ладно, пойдем дальше. Ты представляешь, здесь еще 8 этажей таких? Угу. Я думаю, не таких, я думаю, хуже. Я думаю, с каждым этажом хуже будет. Давай ляжем спать просто. Я бы тоже легла спать и, короче, типа... Все, меня не колышет, Тося, я бы куда сказал. Ты упадешь, там уронишь все. Ты хочешь... Ну, иди. Ты хочешь туда пройти, да? Иди. Даша, а? Я не могу в это играть один. Почему? Тебе страшно? Мне страшно, да. Не бойся, я с тобой. Не бойся, какая картина милая. Тося, ты же сейчас убьешься. Да, она сейчас сядет и будет там сидеть. Я бы купил. Нет. 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 Нет, нет Тося, Тося, нет. Она такая, ну ладно. Туда прыгать нельзя. Она сидит прям вот над вами, вот тут, вот, вот прям вот она. За вами прямо. Прямо она хочет вами. Прыгнуть на... Я бы вам показала, но не... Я там, типа, технично сделал так, чтобы сенсор от HTC Vive стоял. Ну и, в общем, она хочет, чтобы он упал. Да пей водку свою. Дойдем до нулевого, там раз и до минуса. Вот, да. В мусорке ничего нет. Так, дверь открывается. Я считаю, что тут можно быстренько как-то пробежать, наверное. Прорашить. Не хочешь? Что?
Да ты свет включил? Тут кто-то топает. Ты что, боишься? Ты играй. Бойся. Сейчас я обернусь, а там кто-то стоит. Ты вообще слышишь? Да, кто-то стукнул. У тебя часы снова упали. А они тут не держатся. Что так тихо стало? Не, мне не нравится, давай ты. А что это? Давай проспидраним. Да, давай. Это типа эта дверь закрылась, да? Нет, сзади за мной дверь закрылась. Да? Кута? Угу. Кто чё? Бы там ни ходил, я эту дверь не открою. Почему? В смысле? Блин. Тося, тебя, смотри. Ой, мне так страшно вообще. Тося смотрит на снежинку. Что это за дерьмо вообще? Фух, тут светло вроде бы. Ты это читал? Нет. Подожди, там вообще как бы появилось... Вы помните, когда мы видели парня, ходящего по этому коридору? А потом были, типа... А, и типа... И этот парень был атакован какой-то черной фигурой. Это было ужасно. Негр? У меня до сих пор есть... Что? У меня до сих пор есть запись, чтобы мы снова могли это пересмотреть. Нужно узнать, что же произошло. Латек... Ларекс. Ларекс. Зрение не к черту. Подожди, и нажми. Рекс. Персонал Нотис, он тут еще что-то добавлял. Это превращается в кошмар. Похоже, что меня что-то преследует, что-то неизвестное. Мне нужно оставаться спокойным всю дорогу. Раз это произошло, типа... Я свободен? А, ну типа, короче, надо освобождать себя от этого всего. Все? Я прошла. Молодец. А чё я не выхожу? Ну, лифт едет. Может, ты сейчас на первый этаж приедешь сразу? Доппельгангерск пишет. Даша... Неважно. Чувак, которого я не умела читать. Надо бежать от него, типа, что? А куда бежать от него? Назад в лифт. Нет, смотри вперед. Нет, 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 да ты что? У тебя так ты когда смеешься, у тебя так снежинка дергает. Это конец игры? Конечно, конец. Мистер Блюз. Да. Проклятие, моя грудь. Я рад, что я не упал без сознания. Моя честь, типа, это... Мне так страшно? Моя честь — это моя грудь. Нет, честь, у них как-то по-другому, другое значение у этого выражения. Ну, они говорят, my chest hurts, типа, у меня грудь болит. Это как у нас, говорит, сердце заболело. Сердце заболело, да. Ну, иди. Я что, дурак, что ли? Какой этаж ты, кстати? Я хер его знает вообще, какой это этаж. Бля, она закрыта. Она закрыта, он сзади стоит. Опа! Она закрыта же была? А ты пробовала ее открыть? Да, я клацнула вроде бы. Ну? А, нет, я не клацнула. Ой, играй. Ну, блин, ну что ты заставляешь-то меня?
Мудацкая планировка. Тося, ты что там выглядываешь? Чего? Зина, переведи деньги Артуру. Задолбался тебе приветы передавать капсом. Это что? Это химсвет? Нет, это Ти-вирус. В смысле, что это? Что мы взяли? Ти-вирус, блин. Женщина, мне плохо. Тося, ты сейчас упадешь, посмотришь. Я представил, как там в чате написали, черный негр бежит, и я представил, голый черный негр такой с членом бежит. Право или лево? Куда хочешь. Пошли сюда, я ниже. Это что? О, пойдем налево. Это что за... Я что? Вижу позвоночник. Это холодец. Новый год. Ты дурной, блин. Пойдем в ту сторону. Ну и нахер. Да, пошли в эту лучше. Ты что меня смешишь, блин? Страшно же. О, ящики. Лбом давай, как бы. Кто это такое там стоит? Ты видишь это? Катка с цветами. Тут закрыто. Да чё за херня? Это 1 января. В офисе весь гуляш, оливье на полу, вот этот вот холодец, всё, чем кормили, всё выблевали, короче. Не смешно. О, что это такое? Секретное. Секретное что? Что это за херня? Статуэтка. Они не дружелюбны. Статуэтка недружелюбная? На двоечку гловстики, между прочим. Она никогда не заканчивается. Ну, это палочка светящая. Ты уверен, никогда не закончится? Ну, там написано вообще? Так. Но она, видишь, как херово светит. А... Ты уже потратил одну, да? О, так ты сказал! Молодец. Ты сказал. Ох, как все видно теперь. Ну, ты же сказал включить. А как выключить теперь? В смысле, она химсвет. Помнишь? Ну, я поняла. Ну, как... А, это же было, когда ты уезжала, по-моему, к маме. Что? Химсвет нам прислали подписчики. Когда мы его открывали, облили себе все лицо им, да? А тебя не было там. В смысле, я была, мы были пьяные, Илья снимал это все на камеру. Я его пакнул, короче. И он брызнул в лицо. Да, и у меня все лицо слетелось. Мы были очень пьяны. Это было давно. Да. Это еще на той квартире было. Да. Это из набора Fallout для выживания, помнишь? Да, он где-то тут лежит. Да, точно. Ой. Блин, ну что это за дерьмо такое страшное? Ну вот это вообще нормально сюда идти? Гуляшек. Я бы взял. Ну, типа, зачем? Ну как бы оно уже, наверное, трупное окоченение. Оно охеренно... Это что было? Кого-то вытошнило Петром. Да я не буду в это играть, оно еще двигается. Петр. Хватит шевелиться. Я пытался сражаться с ними, но их было слишком много. Один схватил меня за руку и потянул так сильно. Он начал тянуть меня по всему коридору, потом пропал. Я рад, что я все еще жив. Я надеюсь, они не хотят навредить нам. Ты дебил, я тебя за руку тянули. Куча трупов. Я говорю. Нет, это не наша записка же. Давай ты дальше пойдешь, мне дальше страшно. Они просто хотят показать свою силу. Я попытаюсь коробку. Петру решили не платить зарплату. О, смотри, эльфы. Обычно налево был лифт. Туда? Да. Зачем они заклеивают скотчем постоянно пиццу? Это же открыть невозможно. Это надо идти за ножом. У меня тут есть нож. Нет, нету. Зло. Так, это какая? О, это моя пицца как раз. Слушай, а Гуталин Бабай, он типа за нами так и будет бегать, да? Кто Гуталин Бабай? О, какая у меня пицца. Я слышу, как кто-то ходит. Это я ем. Ну еще не ем, точно? Они пиццу не порезали. Тихо. Я кого тут ставлю? Ты слышишь, нет? Не? Шаги кто-то ходит. Да. А вот сюда встаю? Не, я ничего не слышу. И звуков нет. Это, видимо, там кто-то ходит. Пойдем проверим.
Сейчас слышишь? Я могу сделать погромче, но я обосрусь. Да ты топаешь, Артур. Я стою на месте и нет, топаю. Нет, это не ты топаешь. Тогда я не знаю. Уже сейчас собьёшься? Что еще тебе отвалилось, Пётр? Какое сердце, господи! Это не Пётр. Сиськи! Ну, открой, оно же сзади. Оно сзади. А следы крови эти были на полу? Нет. Ясно, валим, 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 валим. Лифт, валим. Лифт, да, вот сюда, наверное. Сиськи, дайте сил. Работает. Господи, ты чё, блин, ты чё? Я испугалась. Какой этаж? Не знаю, сейчас надо посмотреть уже. Седьмой? Седьмой, серьёзно. Почему этот дебил сразу не едет на первую, я не понимаю. Я бы сразу на первый поехала и все, и укатила бы отсюда. Часот энергии осталось. Значит, дверь туда закрыта. Почему планировка на всех этажах одинаковая, прям до милипизера даже? Она сидит? Она не сидит, она стоит. А, мне показалось, что она сидит. А? В смысле? Ты за что ее потрогал? Что я сделал? Это что было? Ну-ка, может, а я куда взял, статуэтка что? Делась, кстати, твоя? О, смартфон. С трудом работает. А можно позвонить? Звони копам. Я не хочу. Слышь. Ну, в смысле, он не хочет. А тут, типа, вот это вот офис, многоэтажное здание и ни одного окна. Что за бред? Куда статуэтка делась у тебя из инвентаря? Ну, типа, я вышел с уровня, наверное, она исчезла. Это же секрет был. Ну, сюда ты свет выключил. Давай ты. Я вообще пойду в эту комнату. Не. А, ты пытаешься связаться с кем-то? Нет. Здравствуйте. Вы попали на горячую линию компании Билайн. Чтобы узнать информацию о Бала... Мозг. Бля, свет выключился, дверь закрылась. Это же хорошо. А чё я-то? Чё это было? Не знаю, я не хочу оборачивать. Сзади тебя что-то есть, у тебя на записка. Читай. Что-то взяло меня под контроль. Над моими мозгами. Я ничего не вижу, я клянусь. Я не знаю, что они хотят от меня. Там это... что-то лежит. Да это банально. Там лежит что-то на полочке. Я такого миллионы видел. Я не боюсь. Я такого видел. Это зубная паста. Зубная паста. Вы даже не шевелитесь. Уходи до того, как станет слишком... поздно. Хорошо. Почему у вас лифт? Я так понимаю... Мы не можем сесть в него? Да, вот это вот до первого этажа доехать, это было бы так умно. Нет, давай не будем это делать. У меня мало энергии, я теперь буду постоянно смотреть на батарейку. Что за игра? Shadows, да? Shadows 2 называется. Shadows 2. В смысле? А куда идти? Сейчас какая-то херь скриптованная будет, я тебе говорю. Вот это ключ такой. О, хороший. Да, так ему убить можно. Поворачивай. Тихо.
Что? Почему? Что ты делаешь, господи, Артём? Чё я-то делаю? Ты вот это начал вот это вот делать, я испугалась, я думала, она гонится за нами. Она сама играет. Нет, ты играй. Я, по-моему, еще больше пугаюсь, когда ты играешь. Там кто-то стоит, нет. Да мы оттуда пришли, нет там никого. Вон там что-то дверь захлопнулась. О, вентиляция. Она была захлопнута. Да что ж вы орёте? Это потому что страшно. Что за вопрос? Мигающая лампа, хер я туда пойду. Не закрывается, в смысле, не открывается. Не открывается, пошли туда. Так, там офисное здание спереди, тут поворот. Мне кажется, нам туда, нет? Давай все по порядку исследуем, чё мы как эти. Кто там? Пётр, тебе все не дается, да? Записка. Я иду за тобой. Не надо, нет, я не буду. Нет, ты играй. Ну, в смысле, твоя очередь. Почему моя-то? Где это написано? Где у нас очереди вообще прописаны? Потому что, когда написано, я иду за тобой, я играть не хочу. А я хочу? А, в смысле? А мы что тут? Нам сюда? Там какая-то дверь появилась, ее не было раньше. Где? Вот этой двери не было раньше. В смысле, мы отсюда пришли? Нет. Нет? Мы оттуда пришли. Это что за черная херь? Потрогай ее. Черная масляная хрень. И очень липкая. Секретик найден. Я не хочу оборачиваться. Господи, твою мать! Оп! Он напугал меня. Хорошо, моя очередь. Где они? Тени могут появиться в местах типа отелей, больших офисных зданий, центров торговых, ну, торговых центров. Только один известный случай, когда их заметили в доме, где жила семья. Но дом этот был заброшен на этот момент, и вы сейчас не сможете его посетить. Да и похер. Семья, жившая в этом доме, пропала. Никто не знает, где они могут быть. В доме было полно черных пятен на полу и на стенах. Люди ходили рядом с домом по ночам и слышали, как... Видели, как черные люди стояли у окна. Что за расисты? О, курили крэк и читали рэп. Ты дурак, блин? Нет, это слышали скрипучие звуки. Крэклинг, да. Скрипучий. Не теребонькой. В смысле? Ну зачем ты теребонькаешь, что звук пропадает? При чем тут звук вообще? Иди дальше. В смысле, я иди. Я первая испугалась, теперь твоя очередь. Курили, говорит, крэк. Вот это напишут. Лифт вообще-то там. Там светло, пойдем сюда. Тут тоже светло. А ты заметил, что руки, которые нас схватили, были белые? Нет, они были желтые. Белые. Пылесос смерти. Я говорю, руки были белые, то есть это не тот чувак. Это, наверное, а может, чувак, который вот здесь вот все это время был и писал записки, сошел с ума и теперь за нами тоже охотится? Я думаю, что это объясняет практически все, кроме черных пятен на полу. Откуда черные пятна? А? О! Господи, я думаю, это женщина, как стоит. А это всего лишь манекен, который убил этого Мне человека. Мне кажется, нужно открывать дверь и что-то тут найти. Всего лишь манекен, который убил этого человека, серьезно? В смысле закрыто? Закрыто. Ну ладно, закрыто, занято, давай дальше. А ты можешь вот как-то не так делать, как ты это делаешь? Там что-то лежит в раковине. Вообще нам не нужно открывать эти долбанные двери. Что это было? Ты куда пропал? Он шевелится? Текстуры такие размазаны. Такой, простите, перешагнул такой через него. И что, зачем мы сюда шли?
чтобы увидеть страшную херь. О, смотри, это как в этих советских туалетах вот эти вот такие ручки. Да? Да. О, господи, ладно. Ты чё пугаешь меня, блин? Я чувствую странную энергию, когда стою рядом с этими. Или, может быть, я просто параноид? Параноид? Параноид. Параноик. Так, эти три, короче, сюда пошли, значит... Ты опоздал на вечеринку. Я дальше, я не знаю, что такое Пунишер. Пунишер, помнишь фильм? Пунишер это который... С Томасом Джейном. Который... Он каратель, там всех... каратель. Да. Чё? Я сделаю все. Я сделаю все для того, чтобы наказать тебя за это? Да. Изучение английского языка по методу Артура Блэка. Типа, ну-ка давай ты, короче. Ну вот это, worst это хуже, да? Ага. Ты сделал самое плохое, что возможно. Оставил свой офис? Да, покидать свой офис было действительно глупым ходом, друг. Какой ключ в туалете? Английский с Артуром. Ага. Какой ключ в туалете? Вы чё? Не было ключа. Вот может, это в унитазе? Вы мои мершин сейчас портите. Может, просто. В унитазе? Я не пойду в унитаз заглядывать, это бредово. Оно этот... Там, окончатель. Оттуда... Наказатель. О, вот они ушли, я тебе говорил. Давай в лифт. Ой, господи, твою мать. Ну мы не против. Мы не против, особенно если у тебя такие сиськи. Shadows 2 игра называется. Да. Давай. Почему я? Ну, потому что... Ну, я же уже была. Мы же до испуга играем, нет? До испуга? Да. В смысле, нет? Я придумала это правило только что. Оно, по-моему, будет идеально. О, что это такое? Хорошо, до испуга играем. Так я испугалась уже. Нет. Даша вот такая, она заходит в помещение, она не осматривается сначала. Что там слева, что справа, она да такая... в смысле, я все осматриваю. Там вон труп, допустим, стоит такой, и, короче... Ключ, чё, в голове? Ключ к успеху в голове. Угу. В голове? У кого в голове? Играет Даша, если что, сейчас. Да, я играю. И почему? А, в этой голове. А, в голове, понятно, да. Серьезно? А зачем ты? Зачем ты взял бошку, ты дебил? Что? Довольно тяжелый. Довольно тяжелый. Ну, просто там ключ, наверное. Давай расколотим ее. Че, интересно же, что внутри. Чем? Я бы расколотил ее дверью. Я бы положил ее вот сюда в дверной проем ну и херачил. Да. А манекен здесь стоял? Нет. Почему вообще манекены? Я не понимаю. Посмотри, текстуры какие сломанные. Видишь? Так, господи, игра сделана на коленке, но она сделана охеренно. Просто у чувака денег-то не было явно. А давай головой, короче. Господи, работай ты... головой, да? Это гениально было вообще. Ой, господи. Я не смотрел «Кредо убийцы», и когда я спросил у Джека, его вытошнило. Да ёп! А чё, закрыто? Да, ну ты этот... Там даже никакой этой не появилось. Ясно? Я не успела прочитать. Чё прочитать-то? Записка. Он не хочет пускать нас в ту дверь. Там что-то очень зачем важное. Зачем вообще этот закуток, если тут ничего нет? Складское помещение, ну очевидно же. Я уже здесь. Ой, не надо. Давай ты. В смысле, ты же до испуга играешь. Уф. О боже, он сзади меня, он сзади меня, он сзади меня. Он сзади меня. Куда идти? А? Пойдем туда. Я думаю, вторая дверь открылась. Ты думаешь? Этот, блин, череп. Я должен спрятаться где-то до того, как она откроет дверь. Нет, это ты. В смысле? Нет. Да? Где прятаться? Куда прятаться? Беги куда-нибудь.
Я фонарик выключил. Зачем? Что-то происходит? Ты снежинка. Самая испуганная снегурочка на свете. Ты думаешь, это хорошая идея? По-моему, он ближе становится. На-на-на-на-на. Включи свет. Не надо, я тебя прошу. Я ему сигнал подаю. Ну, так лампочка сгорит, будешь включать, выключай. Я думаю, что оно ушло. Серьезно? Легко! Вообще! Спрятаться в туалете. Это пылесос пишет. У меня такое ощущение, что он... Это пишет пылесос. Это песос. Когда он вот это вот пишет, у меня такое ощущение, что он носом такой... Делает звуки. Да? Да. Не знаю, не слышу. Я пугаюсь. Я с трудом выжил этот раз. В смысле? Эта штука была так близко ко мне. Одно движение, и я мог погибнуть. Да, он прям рядом, знаешь, что ли, хотел? Мол, ну, видимо, да. Наверное, да. Давай, иди дальше. Ты видела, как я бежал? Свет. Вот такой вот. А чё это? Чё это? Кто это? Кто? Я бы на месте монстра где-нибудь спряталась и подождала бы. Да, это было бы подло. И убила бы. Зато дверь открыта, все отлично теперь. О, это ключ? Нет, это не ключ. Теперь бояться уже, я думаю, нечего. Мы опять сюда. А чё, что? Что? Начальники! Такой. Что это было? Это был стол? Не обращай внимания, просто идем в лифт. Doesn't work. Почему? Почему? Почему, когда нужно куда-то бежать, что-то перестает работать? Всех с Новым годом! С Новым годом! Это что вообще вот это вот? Это вот эта черная полоса, видишь? Такая, текстура? Ну, да. Да. Типа как собака садится на ковер, короче, где? И начинает жопу. А, показалось. Да, тебе показалось. Там пылесос. Пишет, это был флэш. Да хватит уже с толчками такой, этими. Бля, сейчас обосрусь такой. Что это такое? Короче, это не я. На, игра, я испугался до срачки. Да что ты врешь, ты не испугался. Не, серьезно испугался. Бедный Йорик. Я опять... Ой, опять это... Не теребонькай, я тебя прошу. Не могу не теребонькать. Оно за мной идет, что ли? Музыка бы играла, наверное. А что это за звуки? Сосед сверху опять мебель двигает, падла. Не, хорошо, что до игры добрался она. Ёпта. Ха! Что это? О, какой стиль. Это ночное видение. А можно постоянно такую штуку включить? Я Сэм Фишер! Мой грёбаный разум. Что-то с ним не так. Нужно где-нибудь найти медикаменты, ясно? Да, все. Ага. Чё это? Чё это? Голова, две руки. Да-да-да-да, я трусы это негр. Это как это? Мне нужно от него, типа... Какая там камера на Apple, по-моему, не распознавала негров по лицам. Вот это было. А что у него с головой? В смысле, у него, а то, что у него ног нет и туловище. Ну это ладно, Пётр, твою мать. 5 января уже, ты должен был успокоиться. Пойдем поздороваемся. Давай ты пойдешь. А что я-то? Если я сейчас пойду, то я быстро испугаюсь, и тебе потом играть еще 5 минут. Может, сюда пойдем? А то мы тут были? Чё? Вообще ничего просто. Иди ты.
Пылесос. А что у нас перекосило так? Надо этот... Что это такое? Оно сломанное? Это нереально. Типа нереально, чувак. Не работает. Да в смы... Что-то как-то темно стало. Что-то как-то вот не очень, да. Это Джин пишет. Что там в углу лежало? Пишет. В каком углу? Не а, знаю, в том вот углу? Там, наверное. В углу лежал я стол. Я ни хера не вижу просто. Расстроившийся. А там вот в углу лежит пылесос. О, что это? А, это ты уронил? О! А? Что это? Я таблетки принял. Господи, это вся проблема во мне, я тебе говорю. Оно в результате будет, что типа я поехавший и всех убивал. Убил? Ага. И такой, а, черный тень. Топором. А эта штука там, да? Да мне насрать абсолютно. Уезжаем отсюда нахер. Автофокус. Пятый этаж уже. Еще, о боже, мы никогда не выберемся отсюда. Каждый шаг, с каждым шагом я ближе к выходу. Я теперь на половине пути. Интересно, остался ли здесь кто-нибудь живой? Это не я, это кресло. Да, конечно, конечно, кресло. Но оно скрипит, потому что здесь твой стол. Вот не знал, извините, что... Ладно, неважно, что кресло так умеет. Батареечки. О, спасибо, спасибо. О, у вас тут перестановка. Я-то думаю, кто там мебель двигает. Это вы, понятно, понятно. Записка. О, записка, да. 26. Чат, запомни, 26. Запомню. Сейчас будут писать 53, 72. Мои так делают. Зря ты им подала эту идею. У меня-то чат не испорченный. Ванная — это офис? Тяжелые времена у людей, тяжелые. Можно я в зеркало все-таки хоть раз посмотрю на себя? Ванная — это офис, а офис — это ванная, да? Получается. Ну, по логике. Я не знаю, что это нам дает. Пишу, да, посмотри. Ах, твари. Ох, гады, как вообще так можно? Я считаю, что этот этаж самый легкий будет. Телефон. 26, 15. Я запомнил телефон. Что? У меня телефон в руках был 5 минут назад. Что же он тут делает? Дырка в кармане. Наверное. Хорошо, давайте как стандарт. На что тут? 26, а второе забыл. Это ж... Ты серьезно забыл? Да. А ты что, типа не забыла? Нет. 15. Неправильный код. 15-26. Да как же так? Не работает? Че за звуки? Нам я думаю, туда. Надо третью часть кода. Угу. Ой, не подходи, как я говорю. 15-26-32. В эту комнату можно вообще не заходить. Ну когда как? Даша такая точит за кадром. Лява ква. Негр! Тихо, Даша. Ну, ты же понимаешь, что... Афроамериканец. Ромашка. Так, там лифт.
Серьезно, так быстро и все? Да, легко. Давай, твоя очередь. Ну, в смысле? Похоже, что... Чем ближе, я, говорит, к выходу, тем типа что-то... Да нет, это я уже читал. Что-то не дает мне использовать лифт. Подожди секунду. Такое ощущение, что типа что-то открыло лифт и не дает мне его использовать. Там стоит мужик и на кнопку тоже жмет. Нет, я думаю, кто-то ногу поставил. Уху, нога. Можно я теперь пойду? Нет? Ну вот. Ладно. Fucking. Я точно одно слово последнее. Если его перевернуть, то получится fucking. Fucking your dead. Your fucking dead. А. Fucking your dead. Ну, по-моему, он все равно не поедет. Нужно что-то сделать. Иди прям. Иди к пылесосу. Пылесос поможет. Опа, что это было? Что происходит? Что происходит? Что происходит? Садись. Мама, мама, поехали, пожалуйста. Мама, меня фура убила. Там кто-то бегал. Бегал? Я видела помехи. Туалет. А Даша похудела на 12 килограмм. Господи, боже. Играй давай, ну и нахер. Ты что, больной вообще, что ли? Господи, у меня же сердце. Я не хочу. Ладно. Давай выключим эту игру. Давай поиграем в Лего. Давай поиграем в Лего Властелин колец. Я даже где-то вот тут они лежат. В смысле? Ты что, испугалась, что ли? О, хорошо, хорошо, всрал. Ты так заорал. Подожди. А, мы умерли. Да, и все сначала, типа? В смысле, с самого начала. Нет. Сначала этого этажа. Ну да. Окей, а что делать надо было? Уже на 15 кг пишет. Ой, господи, эти шутки. Так. 26, 15, 32. У тебя тоже есть память, поздравляю. А что надо было делать, слушай, я не понял. Нужно было закрыть дверь, там было написано. Да? Да. Да, но что поделать, я боюсь хорроров. Иначе не было бы прикольно в них играть. Я так всрал, ты фигня. Ты в ужас, так ты закричал, по-моему, как я. В смысле, как ты. Ну, в смысле, о, смотри. Так вот. Я так и не понял, что тут в прошлый раз было. Тебе нужно зайти в ванну и закрыть за собой дверь? Я так понимаю, да. Так она не закрыла. О, закрыла. Так я закрыл ту дверь. Кто там? Занято! Иди нахуй! Нахер! Иди, идите нахуй, я вас не звал! Да, играй дальше, все, мне нужно отдохнуть. Я не буду. В смысле? Он настойчивый, я таких не люблю. Может, ему дверь надо все-таки открыть? Закричал, слитно пишется чувак. Даша, не открывай дверь. Как это тупо закрывать дверь от монстра, а потом идти открывать так... ему дверь? А кто там? Не открывай, нахер тебе надо? Мужик там. Он белый. Смотри, у него руки белые. Это наш друг! Слышите, белый это друг.
Фонарик-то включи, господи. И палит. Что? Так я не один здесь. Быстро ты понял. За тобой негр гонялся на каком-то этаже, ты в лифте еле забежал. По крайней мере, похоже, что это реальный человек, я уверен. Слишком плохо, что он почему-то ушел. Нужно поискать его. Зачем? Не, ну просто он же как бы не знает. Вот, это я испугался, не он же. Смотри, это вентиляция там? А. Это радиатор. Куда идти? Лифт типа не работает, да? Нам надо сюда. Какие швачки. Женщина какая-то. Я что, тоже не сильно хочу играть в эту игру. Я вообще не хочу в нее играть. Я предлагаю закончить. Что надо сделать-то, я не понимаю. Ну, я не знаю, иди обратно. Куда? Я не хочу идти обратно. Ну, в смысле, совсем обратно. Страшно. О, вот и все. Вот ты, мудак, и сдох. Мужик, ты че? Мужик. Нечего было меня пугать. На меня похож? В смысле? Он похож на Джастина Тимберлейка. Да, Джастин, ты чего? Бэйби, бэйби. Ой, Джастина Бибера, господи. Бэйби, бэйби. Это реально Джастин Бибер. Я снова один. Дебил. Такой, да? Если так, я не могу слышать и говорить после того, не трогай. Это не я. Мои руки здесь, что? Убил и обосрался, да, там этот шлейф опять коричневый. Я не могу слышать и говорить после того, что оно сделало со мной. Анальное насилие произошло. Теперь он ходит и срёт бесконечно. Я пишу вам эту записку в надежде, что вы сможете помочь мне. Я был заперт, ну, в общем, я в ловушке в этом здании, я не могу убежать. Со мной происходит необъяснимо. Зря ты все испортила. Чего мы ржём? Да. Я вижу странные темные фигуры. Я сейчас чувствую очень головой неприятную энергию, проходящую через мое тело. Через тело проходящее. Мне нужно немного водички, пожалуйста. Водички? Если вы можете, заберите меня отсюда. Водички. Он стучался в туалет воды попить, а мы ему не открыли. Мы суки. Я за вами пойду, пожалуйста. Только дайте мне знак. Ох. Игра это называется эмоциональная разрядка, да. Проходит, говорит, и что теперь? Через меня, говорит, чувствую, как проходит. Темная энергия. Непонятно. Да, Dark Energy. Джастин Бибер. Все? Ну, в смысле, все. А мы тут были? Да? Нет. В смысле нет? Мы оттуда пришли, а тут мы не были. Тут офисное здание и тупик этот. Ой, офисное... Я не хочу туда идти. То пойдем тогда назад. Там еще есть дверь. Что это было? Ты видел это, да? Ага, да, видел. Так, мы тут закрыты. Подожди, мы же тут подбирали код. Да. Пойдем проверим, кто там прячется за углом. Никого нет. Только на полу лежала батарейка. А? На батарейке? Что? Да? Я просто... Я на чатик отвлекаюсь, меня чатик веселит. Где ты видишь батарейку? Нигде, я просто хотел, чтобы ты сюда еще раз ходил. Играем в игру под названием Shadows 2. Я как-то пропустил свое время. Не играйте в нее. Подожди. Теперь, я думаю, лифт поедет.
Я вот так вот, когда играю, мне не страшно. А чё музыка затихла? В смысле затихла? Тут музыка играла. Ну, не музыка, а такой... И вы знаете, как я хорроры смотрю? Угу. Тут подушка закроется. Все, все. Да, я реально весь фильм за подушкой провожу. А, поэтому а игры играют? Вот так вот нормально. Не страшно. Я даже не увижу, ничего не испугаю. Я не успею испугаться, потому что я не увижу. Слушай, в двери записка? Что? О, заходи! Ау, заходи! Я не смотрю, что такое, что такое. Просто зайди, хер с ним. Куда? Я глаза закрыла. Ну ты зашла. Твоя очередь, твой этаж. А что было в Shadow Run? Я не знаю. Говорят, что она очень криво сделана и херово. А вторая типа норм. Знаешь, у меня пицца не очень. Я пойду съесть твою. В смысле, мы каждый по пицце съедает, понимаете? А нам в подарок еще одну дали. У нас три пиццы, да? Да. О-о-о. Три пиццы, обалдеть. Сколько будем их есть? Год? Надо будет, будем и год. Надо кого-нибудь позвать к себе в гости. Приходите к нам в гости, есть пиццу. Хотя ладно, всех не хватит. Что было? Там в кресле был Джастин Бибер, а потом он резко дернулся и исчез. Бибер или Тимберлейк? У нас уже был... Бибер, я сказал. Я говорю, Тимберлейк, ой, Бибер. Бэйби, бэйби, ууу. Это разве Бибер? Я думала, это Тимберлейк. Нет. Ууу, вот это вот. Я, да, я возьму кусочек твоей. Кто-то писает. Там воду пьет. В смысле пьет? Кто-то пьет, кто-то писает. Что? Артур. В смысле? Пошути, кто-то пьет, а кто-то писает? Ты не понял, там даже, там раковина есть, унитаз. Вы дописили там? Давай. Я, говорит, так пить хочу, а я писать. Не дадим друг другу умереть. Пётр, ты заебал. Я чуть не поперхнулась пиццей. Что это было? Не, разработчики явно какие-то странные ребята. Хватит кидаться дерьмом. Это что было? Это было то, что я думал. Это Петра Ивановича всё разбрасывает до сих пор. О, сиськи дайте мне сиськи. Ну, что ты пугаешь меня? В смысле, кто-то ходил только что прям за мной? Я не слышу. Я слышу, как, ну, ты ходишь, слышу фонарик, но не слышу, как кто-то ходит там, типа, или еще что-то такое. Слушай, это проблема, то, что, типа, никто не боится, кроме меня. Чувак, который спамит Артур, напугай Дашу уже раз, не знаю, 12-й, прекращай. Что это? Это... По-моему, это сломанные текстуры. Нет, это не сломанные или текстуры. Или обои, или я не знаю, что это. Чувствую, что это какой-то каменный ковер. Каменный ковер? Каменный ковер преградил мне путь. Пошли. А, записка. Со мной. Это туда нас зовут, наверное, да? Мы же там не были? Следы! Они появляются. Нет. Он туда тебя ведет. Ты бы стал ему доверять? Да. Да? Плохая идея, по-моему. Книжка. Да знаю я, что книжка! Они плохие? Да, они хотят убить тебя. Каждый раз, когда ты их видишь, беги. Не смотри на них. Все, что они хотят, это убить тебя. Я понял уже. Это то, что держит их живыми. Тотальное уничтожение и убийство невинных жертв. Есть теория, которая гласит, что тени — это мертвые люди, которые делают то же самое, что они делали при жизни. Точно. Если вы попали в ловушку в здании... известным как, ну, здание, в котором вводятся такие привидения, у меня для вас плохие новости. Вы, наверное, не выживете. Самое лучшее, что сделать, это держаться подальше от этих мест. Ясно. Ну, понятно, хорошо.
А типа, а если, о, секретик. Если уже оказался там, то типа все, да? Ну. А, типа, они делали то, они делают то, что делали при жизни. То есть этот мужик расчленял людей, бросал их по коридорам, да? А, везде, да. А еще он был манекеном. Да, еще он везде ставил манекены. Реали? Может, дверь стоит закрыть? Потрогай меня. Кого? Его? С манекен? Манекен, потрогай. Да понял я, господи, дай посмотрю. Трогай манекен. Эй, в смысле? О! И чё? Я не знаю, ну что-то, наверное, произошло. И чё? Какая-то нелогичная игра. В смысле нелогичная? Я потрогал её, ну ей понравилось. Она вернулась. Все, теперь уходить? А что теперь сюда? Подожди. Ну это он тебя сюда привел следы. И что дальше? А, тут никаких ключей нет, ничего. Ну, тогда, я думаю, надо отсюда ливать. Будешь бежать? Я вообще не испугался. Да, конечно. Можно я пойду, пожалуйста? Да, иди. О, ковер исчез. Каменный. Это что было? Что это было? Это был черный длинный рука. Черный длинный рука был. Чтобы это не было, нужно быть аккуратнее. Может быть... It could be something else pretending. Может быть, это что-то, что, типа... Претендует на то, чтобы быть хорошим? Ага. Да? Да. Я правильно перевела? Как ты, сука, это вообще выяснил, дебил? Я не понимаю, просто... Свет, фонарик. Цветочек. Это был черный. Что это было такое? Сказал. Елочку выключить? Вы чего? Она же прикольная. Выключить елочку просит. Кто просит? Давай его забаним и все. Забаним тебя, елочка, Новый год. И че я сюда ходил? И че мне это дает? Ничего. Я считаю, что нам надо идти назад куда-то. Назад, а куда нам назад идти? Может, сюда опять? Нет, тут я уже находился. В прошлый раз вот здесь был проход направо. Ну, судя по всему... А там мигал свет в прошлый раз? Не... По-моему, нет. Ну, пойдем, ладно. Ну, пойдем. Это текстуры глючат. А, ну ладно. Или, может быть, так и должно быть? Нет, уйдет меня! Это что за дерьмо? Отстань! Ну стой, ты тварь! Ты сломал, потому что ты задом, наверное, пошел. Я не плохой! Пожалуйста, я помоги не плохой, мне! Пожалуйста, помогите мне! Что ты пытаешься мне нас убить-то? Если ты можешь... Айк лайф, спасибо за год. Можешь ли это увидеть во мне? Видишь ли ты, что они сделали со мной? А. Забери меня отсюда. Я не хочу быть один. Я помню, что я оставил свою сумку в туалете. Там то, что тебе нужно в данный момент. Пожалуйста, иди туда. Ты очень счастливый, что так долго выживал. Они на меня уже не смотрят, и теперь я... Даша, которой 6 лет, привет тебе. Не смотри это. Слушай, видео. Слушай, а где этот... Оно плохое. Где туалет? Туалет там был, по-моему. Не-не-не, подожди. Нет? Туалет... А, Оно будет... Не надо. Это та же самая записка? Тут туалета нет. Туалет был, когда идешь вот сюда. Слушай, а может, ты скрипт сломал? Да, пойди туда сходи и отвернись. Повернись. Иди, повернись. Опа. Ага, все. Да? Почитай и иди. У нас... Повернись сейчас. Оно всю игру теперь будет за нами кататься. Мы и мусорка. Ну тут же нет ни хрена больше. Тут вот этот, типа, закуток. Здесь... А вот туалет... А, нет, туалет в спальне, может быть, какой-то. Единственный туалет, который есть, это в спальне. То... Ну пошли туда. Бобик, вот иди сюда. Пластиковая мусорка и мы. Лучший друг. Напарник, да, к ноге. Ну хорошо, пошли в туалет. Ау. Хватит ходить за мной. Она
реально будет за нами теперь постоянно бегать. О, сумка. Играй. Бери. Ну почему я? Ладно, это стаж мой. И что там в сумке? Инвентарь. Drink it? Там только немного воды, выпить ее. Выпей, выпей. Омно. Это была не вода, это была водка. Это боярышник был. R2D2 пишут, о, точно. Нет, нет. С нами делали. Ой, двое. Йоу, нига. Че этот белый забыл в нашем районе, чувак? Снежок. И что происходит? Все. Нам провели анальное зондирование, я думаю, пока будем осознать. Третий этаж! Как мы сюда попали? Третий этаж, фонарика нет. В смысле? Все своровали? А, понятно. Мусорка предатель пишет. Что это? Это мозг? Не знаю. Я считаю, что нужно идти в лифт. Это хэдкраб? Лифт, наверное. Нет? Тут кругом расчленный часть. Лифт-то нет? Лифт не там был? Лифт не там был. Че, леща дали, что ли? Закрыто с той стороны. А что произошло? А? Пожалуйста, откройте дверь. Нет, суки. Это за мной. Это у меня жопы капает. Ай, ладно, все, хватит этих шуток. У меня по-прежнему. О, у меня химсвет есть. О, пошли. Химсвет ты не своруешь, тварь. Так, все видно. Что-то видишь вообще? А, давай будем идти смотреть на свои ноги. Давай. Не страшно, смотри, сразу стало. О, ключ! Надо всегда идти в хоррорах, смотреть себе под ноги. Ты точно... Это точно все жопа как. Простите. А? Нужно спрятаться. Опять? Держу, тварь! Подожди! Он у нас по следам крови на полу найдет. О, шутки про месячные. Ты упал такой, да? Да. Ну ты же вот это. Потому что твое удобнее, чем мое. Конечно. Да я его опущу. Как она? Не надо опускать его. Ну, уже опустили. И чё? Интересно, а как он с кем свет потушил? Он же не тушится. Ой, господи, какая пошлая игра. Я ни хера не вижу. Ну, пожалуйста.